Володя, расскажи, кто у тебя? У меня прадедушка по бабушкиной линии. Где погиб, когда? Это точно я не знаю. У нас сохранилась только фотография. А в каких войсках служил? Типа, не знаю точно. Медали на мундирах старых не были куплены, а мыты кровью близких, что умирали под пулями, пропавшим без вести, но не без чести. Благодарны им за то, что мы по-прежнему вместе. На кителях парадных давно уже пылятся награды. Хватит слез, ветераны, боли больше не надо. Фронтовые баллады по вечерам во дворах, старики вспоминают с надеждой в глазах. Вояк за свободу народу пало немало героев. Чтоб мы счастливо жили, они не знали покоя. Камура и гранаты бросались по танке, в замерзшей земле вырывая для взвода землянки. Я видел наших героев, что не стесняясь роняют скупые слезы у трибуны на 9 мая. И в этот день Ярополк говорит вам спасибо. Никто не забыт, ничто не забыто. Так, кто у тебя на портрете? Татаев Дмитрий Семенович. Погиб или умер? Выжил после войны, умер от старости. А где служил? В Харькове. В Харькове? Да. А в каких войсках? Войну прошел, получается? Да. Войну прошел, да? Иди сюда, Евдокимов. Давай мы проверим твои знания. А кто у тебя на портрете изображен? Евдокимов. Громче. Евдокимов. Николай Спиридонович. Николай Спиридонович. Прадед. Прадед, да? Где воевал? На морской пехоте. Морской. Всю войну прошел? Всю. Да. Всю войну, да? Всю войну. Да? 22 июня не вернулся домой с порта на корабль и до победы. В 43-м узнал, что два его старших брата погибли, и записался в добровольческий отряд морской пехоты. 369-й отдельный батальон морской пехоты. Керчь, Крым, Дунай, Румыния, Молдавия. Ему было 25 лет, моему отцу было 2 годика, и он пошел на фронт в 41-м году, в первый день войны. Высадился на вражеском берегу Керчи, значит, с противотанковым ружьем. Его вообще противотанковое ружье вдвоем несут, но второго ранило, и он один с противотанковым ружьем загасил 3 дзота с пулеметами. За что получил награду. Ну, в принципе, правнук повторяет его, знаете, только в компьютерной игре, перед занятиями. Да, Евдокимов? И в жизни повторит. А я постоянно телефон его забираю, что играть нельзя перед тренировкой. Так, Демид, кто у тебя изображен на фотографии? Борутый Вильмян Максимович. Да? Всю войну прошел? Да. Где воевал? Великой Отечественной войне. Я знаю, где, на каких фронтах, в каких городах. Какой, в каком роде войск? Знаешь? Ничего не знаю. Так, давайте, папа подскажет. Расскажите. Каким? 41 по 45 год. Это ваш дед? Это мой дедушка. А это его прадед? С 41 по 45 год прошел всю войну. Пехотинец, старший лейтенант. Окончил войну с победой в Берлине. Демид. Это вот мой прадед по маминой линии, Антонов Николай Семенович, погиб в 43-м году. Взяли его на фронт в 16 лет, он поделал себе документы, чтобы ему было 18. Погиб под Смоленском, он служил в танковых войсках. Нас сегодня в составе Ярополка около 35 человек. Не так много, потому что многие разъехались. Но в следующий раз будет побольше. Самое главное – почтить память тех людей, благодаря которым мы живы, ну и поддержать наши российские войска. Победа в любом случае будет за нами. Теперь за мной. Конечно, нас снимали, бро. Кто чем занимается? А, спалили. Денис, давай, вставай на камеру. Палачки. Так, я начинаю. Раз. Считаешь? 1-0 в мою пользу. 2-0. 3-2.
От горечи потерь до радости, общей победы. Мирное небо и города, что покрывает пепел. Боли, надежда, любовь и дружба, старики и дети. Ради страны вперед! Витая вражеские сети. За спинами тени отцов, перед глазами слезы матери. В руках оружие, а в небо светят фонари. Вдали семья, впереди чужие лица. Назад ни шагу, никому не отдадим столицу. Землю рвало от снарядов, люди стонали от боли. Волю собрав кулаки, просто писали историю. Ради любимой страны, за отчизну, за совесть, за родину стояли груди под градом свинцовым. Люди и помнят небеса, твой храбрый подвиг, родные голоса кричат спасибо. Так много было ран, поклон тебе, ветеран. И знают люди и помнят небеса, твой храбрый подвиг, родные голоса кричат спасибо. Дорогие друзья, ну вот и подошел к завершению «Бессмертный полк», который прошел в Красногорске. Елополк в количестве там 30-40 человек на сцене было. Приняли участие, мы безмерно рады этому общему мероприятию. И безмерно рады на самом деле победе, поддержке нашим российским войскам, которые сейчас выполняют специальную операцию на Украине. Ну что, понравилось? Да. На самом деле это захватывает, так как сегодня было очень много народу, но я думаю 1015. И когда люди одной энергетикой собираются вместе, это действительно заряжает. Друзья, еще раз всех с праздником. Похлопаем. Ура!